сейчас немножко вернемся опять к балладам. Вот я бы хотел бы исполнить балладу на стихи Гаджи Касимова. Как раз хотелось попросить, мы столько об этом говорили, что сможете ли вы исполнить что-то? Да, это тоже история, история. Сейчас вы ее услышите. Верный конь упал, не вспыхал. Сколько тихой грусти и печали в умных угасающих глазах. С губ стекает пена розова. Часто дышат рыжие бока. Смотрит конь безвинно виновата, мысленно прощая седока. А видавший виды всадник плачет, а спасение некого молить. Если загнан конь, то это значит, он его обязан пристрелить. Смотрит конь и словно понимает, что сейчас должно произойти. И в последний раз он вспоминает все свои нелегкие пути. Я не знаю, выстрелил ли доброго хрипящего коня. Но порой мне кажется, я загнан, и уж кто-то целится в меня. Верный конь упал, не в попыхах.